ярко началась праздничная программа, посвященная Международному женскому дню в Центре социального обслуживания населения. Дуэт «Инфинити» перенес присутствующих в волшебный мир музыки. Девушки, виртуозно владеющие смычком, помогли слушателям ощутить всю гамму чувств и эмоций, проникновенно исполняя известные композиции. Поздравить клиентов центра пришли также ученики 14-й школы города. Дети исполнили трогательное музыкальное произведение, представили творческие номера, а в завершении подарили присутствующим открытки, созданные своими руками. Мы были рады поздравить всех бабушек с праздником. Мы хотим еще прийти через год на этот праздник. Нам очень понравилось. Мы поздравляем всех россиян с 8 марта, с этим женским днем. Всех мам, бабушек, прабабушек, тёть, сестер. Желаем счастья, здоровья, успехов. И еще раз с праздником! Стоит отметить, что клиенты центра ждали весенних праздников с большим нетерпением. Последние несколько дней они сами активно готовили номер. Длинные юбки, платки, монеты и браслеты, длинные бусы стали отличным дополнением образов. Цыганочка в исполнении женщин вызвала наибольший восторг у зрителей. Волновались, и вчера мы репетировали, сегодня. Всем нам очень нравятся танцы. Номер был подготовлен на занятиях по танцедвигательной терапии. Это новое направление появилось в центре лишь год назад и сразу стало одним из самых популярных у посетителей. Танцедвигательная терапия помогает не только сохранить правильную осанку и раскрепоститься, но и в то же время слышать музыку, потому что танцуем мы разные танцы. Начинали с кадрили. Вот сегодня представляли на празднике Международного женского дня 8 марта цыганский танец. Нашим получателям очень нравится танцевать, и мне вместе с ними. Помимо оздоровительной гимнастики и танцедвигательной терапии, в центре сегодня работают клубы по интересам. Мастерица для любительниц рукоделия с песней по жизни и здоровье без лекарств. Все-таки мир, наверное, слухом полнится, потому что с этого года у нас большой наплыв людей, которые вот находятся на заслуженном отдыхе. Всем нравится, все довольны, и мы думаем, как бы нам раздвинуть стены нашего зала и вообще центра, чтобы поместились все желающие. Поэтому мы с марта месяца начинаем еще организовывать группу, которая будет приходить не только с утра, но и после обеденное время, потому что у нас не хватает объема зала. Вот и в этот раз зал центра едва ли вместил всех желающих. Тем не менее, праздник прошел очень весело и ярко. Выступающие подарили зрителям по-настоящему весеннее настроение и массу положительных эмоций. Дарья Спиридонова, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.